Всем здорово, и происходил очередной ивент ПВП в фракции. Вроде бы ничего не предвещало беды, но немножко все пошло не по плану. Ну, в принципе, сами можете все посмотреть. Хотя лучше нападать, мне, как правило, практика показывает. Те, кто ждут, они проигрывают, как правило. Ну да. Ну, смотря, если позиции занять нормальные. Мы раньше так же планировали, в итоге вон сам получилось. Так, сверху какая-то подлодка. Чекните слева быстрее. Может, это таламус. Так, слева сверху. Но это вряд ли они, слишком далеко. Таламус. Ну, так, у меня пушка справа, с правой стороны. Я не... О, что это такое? По нам бьют уже, что ну, ли? Что тут непонятное? Так это, может, они стреляют, не? Нет, это точно не звук. Пацаны, у нас камера была с тобой потоплена. Походу, таламус приплыли. Да-да-да, это звук такой, не, ну... Блин! Пацаны. Да, это таламус, это клешня. Вон. Надо быстро мозг уничтожать. Идите, остановитесь. А он нас не отпустит, что ли? Нет, он не отпустит. Затоплено у меня все. Да ё-моё. А именно отсек... Надо, короче, мне взять сварочный аппарат, пойду пилить. Зачиниваю наши дыры. Давай, я тоже. Полностью нос разбит, ё-моё. Блин, а чё не открываются двери-то, ё-моё? Так, днище запилил. А у тебя карточка есть? А... Ты без карточки не откроешь. Не, есть, есть, есть. Сейчас всё открывается, наконец. Всё, я починил. Я попробую, конечно, уйти от него, если отпустит нас. Он прям как-то нас схватил слева. Зараза. Автопилот сюда поставлю на всякий случай. О, у нас там дыра. Нехилая. Да там дыра будет капец какая, я тебе говорю. Запиливаю, запиливаю. Оп, оп, нос запиливаю. У нас арсенал полностью затоплен. Вижу. Блин, у нас к себе тянет. Таламус нас тянет к себе, я не могу ничего сделать. Он еще рельсотроновой пушкой у нас целит. Но не стреляет. Молодец. Серьезно, фига он. Ага. Бля, еще подлодка большая. Блин, надо мозг найти, убить, тогда мы ну только все, сможем. Поплыли, короче. Кто пойдет? Я останусь, чтобы контролировать. Может. Я... Давай, еще надо кто-то. Давай, Леша, ты туда. Не-не-не, я кораблем занимаюсь. А, тогда Жека. Но он у Жека знает, что делать надо, чтобы его просто не разобрали за секунду. Теоретически нет. Ясно. Но объяснишь по дороге. Баллоны возьмите с собой кислородные. Жень, баллон возьми. Все, дырок не должно быть, я все залатал. Ё-моё, блядь, меня движком помесило. Ты помер? Да. Бля, да ну нахер. Я просто забыл, что у нас подлодка зеркальная. Мы сейчас плывем, как бы получается, наоборот, блядь. Я думал, что там нос и, короче, прям под движок. Эх ты. А в то время, как нас разматывал таламус, вторая фракция просто спокойно к нам подплывала, даже ничего не подозревая. Тогда я погнал за таламусом, что делать. Жесть, ну его нахер, этот таламус, блядь. Чего он тут заспаунился, крыса это? Все, погнали воевать, я тебя отпустил. У тебя есть автомат с собой или что-нибудь? Автомат есть. Давай. Жди здесь, я за резаком. У одного только половин хп нет. У меня паралич, ёб твою мать. Я, походу, сейчас не смогу шевелиться. А, ну и так уже еле хожу. А где тут медотсек? Хорош, он нам дырки лепит в корабле. Пец. У меня весь экран... О, она опять присосала подлодку и притягивает ее. Ёб. Она сначала отпустила ее, а потом да, опять... Да, присасывает. Да иди твою, дай мне взять эту хрень, ёб. Так. Ну что, уколем куда-нибудь сюда. Чик. О-о-о. Пошла так, вода я горячая. Дверь заварю тогда. Все, у меня паралич, я отрубился. Короче, по итогу таламус нас полностью размотал, никого не осталось живых, и во второй фракции автоматически поменялась миссия с ПВП просто на спасательную операцию. Необходимо было достать наши тела и уничтожить таламус. I'm
Ну и, конечно же, вторая подлодка справилась, и спасательная операция успешно завершилась, и убили они Таламуса, и так далее, и тому подобное. Также, друзья, все данные действия координировались на сервере Дискорда, который я оставлю вам ссылочку в описании, где проходят различные РП-события по Баратравме. В скором времени я уже выпущу отдельный видеоролик, расскажу вам, что как есть на Дискорде, поэтому, ребят, вступайте в Дискорд, если хотите играть с нами, где вы можете также создать свою фракцию, либо вступить в имеющуюся и участвовать в подобных ивентах. Спасибо, что посмотрели видео до конца, всем удачи и пока!